Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за кхмеров Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm на 10 игроков со случайным деревом технологий социальных политик. Если вы не видели начало, то лучше перейти к нему, ссылка на первую серию есть в описании. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. За счет чего он вообще был в лидерах? Ну вот, вот у него тут хороший кампус, конечно, на плюс 10, да. А все остальные-то, ну, плюс 4. Плюс, ну хотя плюс 4. Плюс 4. Имеются соседства. Так, на золото. Ну, мне что-то... Мне кажется, мне этого не хватит, чтобы стокон тренд захватить. Канди обращу. Ну и потом можно поплыть сюда. Не знаю. Как бы вот тут Эфес пообращаюсь. Эфес вообще отваливается по лояльности. Кстати. Ну что там, когда там минус Польша? Последний город? Еще Польша. Да, этим можно было забрать. Дамба есть, плюс 12. Познань находится прямо в центре, и на нее сейчас сразу 3 цивилизации пытаются напасть. Кхмер тоже. Может, все-таки кампусы везде делать? Это Индия тут. Ладно, военный лагерь можно построить. Давайте здесь военный лагерь. Потом будет соседство с кампусом. Принял. Спасибо. Библиотеку, потом амбар. Где борода взял? Оксфорд. Довольство. Еще одно. О, что там? Ага, шелк. Да, давайте. Что-то проверить-ка эти по ресурсам еще. 1-1-1-1-1-1-1. Жемчуг у меня есть. Да, у меня все есть. Господи, все ресурсы. Ну, кроме вот этих, которые по одному. Мед, цитрусовые благовония, хлопок, нефрит и вино. Ну, мне кажется, уже пора как-то против Кри голосовать. У Кри дофига шоколада, например. Я даже готов... А, нет, трюфели.
Но у меня тоже 4 трюфеля, то есть я готов пожертвовать собой. Ну да, эти трюфели не влияют на удовольствие. Угу. Так. Претензии. Ну тоже Кри давайте. Кри нет. Канди дал у меня город. Кри нет. Давайте Хмеру. Кого? Тебе претензии больше. Мне? Почему? У тебя больше дипочков. У меня же только одни трюфели, не? В смысле? Больше всего очков у Грека вообще-то. Мне писало, что у тебя 5 трюфелей. Может, они от ГГшек каких? ГГшек вроде не показывается. Ну да. 5 трюфелей написано у Кри. Да и шоколада тут прилично. Что-то Индия почему-то. Кто там в Индию так? Я. Поляк вложился. Я же вижу в Индии. Да-да, перед смертью нужно было потратить куда-то все свое влияние. Все, минус Польша. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Так, ну давайте. Англия. Мезгрею караде. Блин, почему местами... Ну, давайте уже ход следующий начнется. Что-то. Или, да, давайте, наверное, да, действительно. Можно же таймер просто убрать. И го перерывчик. Го. Блин, мне надо было у Нуби, типа, попросить в совместную войну вступить. Я бы меньше претензий имел. Может, какой-нибудь из этих еще обратить, чтобы побыстрее шло. Так, а когда у нас вообще 4 хода еще? Не, ну я в темный век точно свалюсь. Главное строителей побольше наделать. Блин, тут все обработано. Так, археологический 2 хода. Слушай, давайте естественную историю открывать. Потому что мне зоопарк очень сильно нужен. Это нормальный такой прирост будет по науке. Ну что, пообращать? Пергам. Вообще есть какое-нибудь влияние? А, ну нет, вообще ноль. Ладно. У меня просто один заряд был. Я не знаю, куда мне еще плыть. О, нефть. Кстати, что по нефти? Лиссабона. Вот нефть. Ну, у Раджавиры, короче, надо еще строителя, это точно. Хм.
промышленная. Тут два и тут два. Акведук здесь, да, значит? Сюда акведук. Нет, сюда? Да. Сюда промышленную. И начну, наверное, центр коммерции. Давайте здесь. А что у нас по дипломатической? Ну, вряд ли. По культурной тоже вряд ли. Так, а я нефть больше не посмотрел. Что-то я... Где-нибудь еще рядом есть? Вот нефть. Вот нефть. Ну, короче, нефть есть. Окей. Слава богу. Минус 3 игрока, да? И минус 2 цивилизации. Англию, видимо, мы тут сейчас скрин убей допилим. Хотя, не знаю, я даже не вижу там... Михаил, ты вообще что-то захватываешь? Хорошо. Так. Вы можете сказать, а какие у нас вообще тут, типа, шансы, да, догнать Крина? Дело в том, что у меня... Ребят. Довольно большой этот... Помогать запас. Англии убивать? Да как хочешь. Я все равно только 100 контрент захвачу. Потому что понятно, что Шеффилд, Лондон и Плимут будут отваливаться, если я их буду забирать. Я не знаю, что там Нубия хочет. Я только 100 контрент беру. У нас довольно много возможностей кампуса построить. Это не обязательно уже соседство, чтобы было. Просто кампуса, чтобы до лаб довести. Тем более, что лабы через два хода. Так. Так, ну слушайте, может уже тогда ход заканчивать, индус? Да. Доведем до... страдания. Подождите, а где... Ну вот я вижу страдания, это бывший город Венгра. А предыдущий... А у меня что, только один город в принципе был? Нет, еще Краков 2-0 и Ванденко. А, вот так он как-то поставил. Ну, да, я как раз Ванденко это переименовал, город... Собственно, я его забрал, у него было три города. Ты рассказывай, но ход заканчивай. Сори, не нажал. Ну, то есть вы тут плотничком, в общем-то. Ванденко и Краков. Я в самом начале игры забрал центральный город, который сейчас называется Ванденко. Угу. Да, но я хочу сказать, что нам тут, поход, мне, Кри, Инку, судя по остальным, повезло с количеством места. Хотя Кри, я бы сказал, что ему повезло, что англичанин с ним не расселялся почему-то. Ну согласись, вот на месте мисс Санаби должен стоять английский город, например. Да, да, я типа ему уступил это место, но я его поставил на 95-м ходу. И по идее как раз там Канди должен англичанин захватывать тогда. Там как-то так расселяться. Ух, как Санторини изверглась тут у вас. Так, дворец Патала, отлично. Дополнительная карточка. Давайте, наверное... Потому что у меня шпионов только одна штука, да? То есть смысл мне на шпионов ставить. Давайте на влияние все еще. Так, и тут я еще хотел Джебель Баркал построить.
Собор Святой Софии тоже хотелось бы. Ну, Мон-Сен-Мишель мне точно не нужен. Анкарват. А чё, где Анкарват строится? Только по соседству с Акведуком? Только по соседству с Акведуком. Вот мне надо в Анкардхоме здесь Акведук сделать. А, на Джебель-Баркал, короче. Слушай, так я сейчас так в нормальный выйду. Блин, убили шпиона, класс. Ну, он у меня единственный. Был. Слушайте, а давайте я тут вырублю лес и треугольничек из этих. А, подождите, а с другой стороны... Тут, наверное, где-то... Да. Здесь акведук. Здесь промышленная зона. Значит, не вырубаем. Объясни мне тогда, зачем ты мечников двигаешь в сторону границы? Я что, тебе что-то ответил? Вроде как ты сказал, да. Нет, я промолчал. Наверное, захвачу таки. Ага, тут нельзя разграбить. Ну ладно, давайте потихоньку тоже кавалерии атаковать. А рыцарь как? Да и рыцарь может. Я пока не знаю. Еще есть ход подумать. Мечниками что-то атаковать будет. Сейчас на границе отпустим и все. Чем мушкетами? Город. Давайте сюда. В стенах и 46. Кстати, плюс один. При предложении. Уже. Ладно, тогда сюда поставлю. Бежим. Покупаем, пока не начался. Слушай, сколько мне хватает очков? 4 до нормального века. Блин, а я там какое-то чудо. Джебель... Ну, Джебель-Баркал даст меньше очков, потому что это устаревшее чудо. Кампус... Археологический музей, один ход, театралочка. Так, вот тут нужен еще тут чудо какое-нибудь. О, вот тут как раз Анкарват. Нет, не там. Жаль. Собор Святой Софии только там. Блин, что ж тут так? Так, почему только одна клетка? Нет, ну собор Василия Блаженного мне не нужен. Храм Минакши точно не нужен. Да, блин. Шпиона. То есть бы, тут бы круто какое-нибудь чудо и театральную площадь где-то тогда. Ну, Мачу-Пикчу уже кто-то построил, а жаль. Что-то я очень долго думаю. Ладно, давайте банк. Угольная, так, водяная мельница. Ну, тут есть рис один, в принципе. А этот к кому относится? К Вимаяпуре. Тут один ход до района. Тут военный лагерь можно. Как раз. И, кстати, здесь еще и... Анкарват встанет? Может, все-таки Анкарват вместо военного лагеря? А военный лагерь здесь. Давайте. Анкарват будет в тему. А военный лагерь здесь.
Ну, Анкарват плюс... плюс население и плюс жилье во всех городах. Так как у меня городов немерено, то это просто очень в тему будет. Плюс 4 делает. На плюс 2. Плюс 2 на универ и плюс 4. Понял. Есть химия. Так. Давайте откроем стандартизацию. Стали... Вообще... Вообще через радио. Алюминий есть у... Есть. Блин, инк уже в алюминии. Блин, кри уже в уране. Это вообще нормально? Нет. Издевка. Не, я все равно не понимаю, вот как кри вначале так наук. Сейчас-то я хоть понимаю, у него лабы стоят. А как у него вначале столько науки было, я не понимаю. Даже с этим соседством коммерческих районов. Во-первых, я начал не через Пингалу, типа, как обычно, а через Магнуса и быстро все рубил, типа. Так и что, как тебе это и... науку дало откуда? Я просто, я же вижу, видел всю твою территорию, я считал науку по твоим кампусам, у меня никак не получалось там 200 с чем-то. Ну сначала были еще центры коммерции хорошие. Вот, и с центром коммерции, но минус 40 они дали. Гавань еще. Гавань и центр коммерции, тебе реально минус 40 потом, когда это закончилось. Ну плюс у меня кампуса как бы нормальные, быстрые в начале были, как бы они. Я не знаю. Наверное, я читер. Так. А кто Алабаму забрал? Sweet home Alabama. Where the skies are so blue. А, просто постоим. Я думаю, мы его так тут допилим. Так, а кампус где мне тут лучше всего? Вот на плюс 2 вот тут есть. Давайте, кстати, я с кампуса начну. Так, теперь тут универ. Тут лаба после... Вообще, даже мне Джибель Паркал не надо достраивать. Тут лаба. Тут лаба. Здесь универ. Слушайте, а тут... Не, ладно, буду строить. Это к какому городу относится? К столице. Вот это надо что-то передать. Давайте я, наверное, Вимаяпуре передам. Вырубаем. Кри, чекни сделку. Слушайте, ну мне надо не... У нас еще есть 8 ходов, то есть... Я-то всегда... Мне, конечно, быстрее лучше в сталеварение выйти. Или даже в алюминии, чтобы он видел, что... Блин, я принял. А скинешь какой-нибудь еще люкс, которого у меня нет? Блин, лесопилки тут дают. Шахту и броню не могу ускорить. Ладно, это не могу. Вот, а три мушкетера тоже не могу. Так у меня не открыты.
Хотя нефть. Понял, а что, я этим походил разве? Нет. Знаете, дружбу греку. Грек, предложение. Янтарь у инков. Ага, он мне что-то... Инк, я, конечно, принял это предложение, но ты в курсе, что хрюшки не дают ничего? Мы ж в этом, в Конгрессе голосовали. Да, точно. Память поможет. Мне не жалко тебе какой-нибудь ресурс, если там у меня есть еще какие-нибудь двойные, ты можешь попросить. Видите, у меня во всем остальном я очень хорошо иду. Понимаете? Ну тут есть... Я только единственное успокаивает, что если Кри на кого-то начнет нападать, то он не может всех вообще просто завалить здесь. И у него как раз не особо много возможностей уже... Дальше вот сейчас возможности науку улучшать. А я эти кампуса свои... Ну, у меня, грубо говоря, 4 кампуса, да? Ну да. Раз, два, три, 4. Этот я так слабо считаю кампусом. Тут вот начинают достраиваться хоть какие-то кампуса. Я сейчас... Благодаря строительству лаб в городах и отправке послов у меня должно стать прилично. Плюс еще, видите, у меня скоро уже по 15 жителей будет в городах. То есть, а что откладывать? Давайте, может... Так, давайте тут распространять иудаизм. Квадриремы напрямую в батлшипы нельзя апать, да? Только через фрегаты? Но если ты откроешь фрегаты, то ты, они у тебя будут апаться напрямую в батлшипы, если у тебя все это открыто. Понятно. Так, что там с Токо Трентом? Вообще, ощущение, что город никого не обстреливает почему-то. А, вон Нубия захватила город. Может, черепашек? Кстати, а вот тут у нас кампус внезапно встанет на плюс 2. Эти черепашки очень неплохие получаются. Давайте я, кстати, пшеничку обработаю. Готов акведук. Ну, Бис, ты будешь еще вот эти города захватывать на море? Я просто тоже туда уже иду, армии, артиллерии, типа.
и самолетами. Я бы Шеффилд и Плимут забрал, точно. Интересно, как тогда Нубия удержит Лондон. Даже интересно. Или тебе Лондон очень нужен вообще? Так. Здесь мне нужен зоопарк будет. А что там такое в Лондоне? Прям нужен Лондон. Мне Нуна. Так, блин, зачем я с ним дружбу заключил? Стою теперь, просто парад устраиваю. Я вот не целая, знаю, игра... целая игра у меня парад просто. То с варварами, то с Канди. Не знаю. Зачем вообще было с англичанином дружить там? Очевидно, у тебя, по-моему, все карманы вообще ко мне бегают, да? Да. Ну, не все, 6. Там очевидно, что у англичанина просто никакие, там, наверное, вообще ничего не дают они. Хотя это, ну, как его, портовые города. Там золото давало побольше, но культура, типа, там еще науку тебе дает. Ну. Интересно, как там американец. Вроде американец отстает на эпоху от индуса и по науке отстает. Да я сложился. Они в очень дешевые техи, нарезные стволы всего лишь, эти хорошие всадники. И потом я сложал, я думал, что я сразу могу батлши пакнуть мимо фрегата. Но у меня теха была не открыта. А, да, фрегат тут не по пути, точно. То есть я видел, что он готовится к войне, но я думал, что я апнусь в батлшип, и все будет нормально. Слушай, ну ладно, а химию-то... А, химию... Тебе надо в химию чисто выйти, и ПТ-команда у тебя все. Ты ж вот явно у тебя следующая теха химия, правильно? Да. Ну вот. Покупаешь даже одну ПТ-команду и уже... Тем более у него статуя Зевса есть, нет? У кого? У Индуса? У Индуса, да. Он дает бонус к промке этим... Антикавалерийский. Да, да, как раз, да. Ну, Калькута, конечно, пойдет уже, но во всем остальном. А, стены. Ну, все равно пойдет. Так, реформы денежного. Ну, я, по-моему, уже все чудеса открыл. Тут нету смысла. Хотя сколько у нас континентов? Может, еще континенты? Только один континент. Не, реформы. Тут бегают караваны. 6 штучек. Вот и закончилось. Мой золотой век закончился. Лабы. Тут можно не убирать ферму, смысл тратить ходы рабочего для убирания фермы, ничего не даст. Как там у вас? А у вас? Блин, Венецию Нубия забирает. Сколько я имею науки? 62.
52 науки с веры. Если бы не вера, я даже не знаю, как бы мне тут... Как бы я тут мог вырулить. Наверное... Два леса. Хорошо вам доиграть. Что? Хорошо вам доиграть. Спасибо. Так, 12, 6. Как-то не так уж и много. Ну, Сингапур, правда, вот влияет. Да и тут не особо сильно все это моей веры. Может, мне надо было сильнее. Ну, сейчас, кстати, можно... Куда мне еще веру девать? Сейчас можно... Так, красители и ртуть. Красители. Так. Грек предложение. Индус ртуть. Индия предложение. Соль у меня есть, жемчуг есть, все остальное есть. Центр коммерции, рынок. А кампус тут где? Плюс 3. Красопед. Так, ну, собственно, надо выкупить. Американец, вот зачем все это? Выбил меня из гонки. Хотя, в принципе, кризис по-любому взлетает. Дальше посмотри. Пис, посмотри, да, блин, где же Белбаркал кто-то построил. Индус. Ну, ладно, я там не особо ради... У меня один ход, конечно, оставался, но мне важнее быстрее построить... Тут побегаю, пограблю. Важнее построить лабы. Индус, там предложение было. Все, столько иконок, надо их все позакрывать. Так, что у нас тут по религии? Католицизм 9, как культ черепахи 12. Ну, чисто города Нубии, да? 30 я. Ну, убийца, ты можешь как-то так сделать, чтобы я войну сразу англичанину объявил? Типа. Попробуй. Кинь мне присоединиться к идущей войне. Ну, в дружбе он не может тебе кинуть. Армию Кри, которую он привел. Тут одного выстрела артой уже Шеффилда не будет. Сколько там еще? Мне надо хотя бы... Сколько союз? Просто Криш хочет... Захочет, наверное... И на меня... Ну, 6. Нет, ну я должен успеть открыть радио и открыть пехоту. Тем более у меня сейчас 3 лабы завершатся. Ваши рыцари были атакованы Британской империей. Интересно. Я просто постою. Так, есть лаба. Переключаемся на науку. Есть лаба. Триста двадцать один. Видите, минус пошел.
Кирасиры. Слушайте, мне надо вообще дуболома перебросить. Хотя зачем я перебросил? Просто тут пехоту куплю за веру. Сколько она будет? Да мне хватит, я думаю. Давайте радио дооткрываем и стандартизация. Хотя мне и сталеварение надо. О, здесь сидят в науке. 330. Тут амбар, кстати, нужен. Универ. Кампус готов. Библиотека. Вот о чем я говорю, что сейчас я... Так, и раз у нас есть лабы, то можно... Три. Раз, два, три. Смотрим. 348. Ну. Сейчас я еще раз кочегарю. Сейчас у меня кампусы везде будут. Так, еще два действия. Три последователя. Два. Ну, пошли в Афины, наверное. Мне, кстати, религия дает четверть моей науки. Не, наврал. Одну пятую. Ну, сейчас увеличилось, потому что, видите, я лабы использовал. Кстати, тут неплохой кампус тоже получается. Сколько у тебя? 300? А? 60 науки? Ну да, 65. Ну, хорошая религия. Ну, слушай, если бы не было этой религии, вообще не знаю бы. Это вот у меня сейчас стало много науки, потому что я лабу построила. До этого же было вот как... Как у вас. У вас, сказал ты. Ну, так это построив кампусы тоже. То есть у меня вообще мест под хорошие кампусы 3 штуки только. А я вот на Ингабер смотрю, у него тут просто все в горах. Смотрю на американцев, все в горах. Ну и, соответственно, у индуса тоже, потому что они отделены друг от друга. Хоть у нас все в горах, но почему-то науки как-то не очень тоже. Ну... С тобой с тем же три. Я еще раз повторю, я лабу построил. У меня не одну, в смысле, а лабы в 4 больших городах. То есть, получается, заработало электричество и заработало рационализм. То есть, это, считай, я заход, вот, не знаю, где-то на 100 с чем-то увеличил сразу. Сейчас вы построите лабы. Как ну, нужны эти лабы, если может бороться? У тебя вон Альянтайтамбо, Куска, Уилькауаман. Нубит, смотри там это, не затягивай, а то сейчас у тебя все отвалится, обратно будешь захватывать. Сейчас не знаю, у кого он, типа... У меня вот две театралки там. Ну, хорошо, я просто не очень себе представляю, как Вильнюс может нормально культуру давать. То есть за наивысший уровень действующего союза все ваши театральные площади плюс 50% к бонусу за соседство. Во-первых... Во-первых, то есть, сами... За наивысший уровень? Да, во-первых, сами театральные площади не так-то легко на хорошее соседство поставить. То есть, ну, 2-3 такое, знаешь. Потом театральных площадей-то обычно не так много, но это, может, для грека имело смысл какой-то. Ну, если ты прям играешь в культуру, но в Циви как бы играть в культуру сначала, это вообще как бы, ну, бред. Культура да. Просто не дает никакого преимущества. Это да. Так, пока у меня угля хватает. Но потом я так понимаю, что индус мне пообещал уголь. Буду с него стрясать. Так, что с алюминием?
Да ладно, Анкарват кто-то построил. Блин, индус, на тебя американец нападает. Он Джебель Баркал построил, Анкарват построил. Это было до нападения. СМИ ускорили, урбанизацию ускорит. У меня 15 жителей где-то появилось, да? О, 386 науки. О чем я говорю, видите? Я сейчас не успеваю ходить. Видите? А это еще и не фест-таймер, это обычный таймер. Поражены твои неудачи. Так, лаба. Что? Ой, спасибо. Есть наука. 397. Это хорошо. Ты. Так, ну тут уже акведук нужен. Пора. Уберу, конечно, производство. Но нужен акведук. Так, банк. Растем. Водяную мельницу сделаем, да. Военный... Давайте, наверное, развлекательный комплекс. Ой, следующим ходом у меня зоопарк появится в этой. Сейчас посмотрим, насколько он повлияет. Так, нужна ли мне много нефти? А, кстати, армии сразу через, через одну теху, короче, после корпусов. Ну так отлично же. Амбар. Банк. Ну тут развлекательный комплекс точно нет. Ну что, театралку? Я тут, собственно, ради этого и дворец Патала в этом месте строил. Лаба 880. Нет, это дороговато. Лабы строим. О, вот тут, кстати, можно... Нет, давайте оставим деньги на всякий случай. Вдруг апгрейдить понадобится. Смотри, эти корпуса твоих пехотинцев в Челине наблюдали, как кавалерия жестоко зарезала рыцарей. И такие, они там такие стоят, думают, господи, мы современные люди, почему должны это наблюдать? Наблюдали, ничего не сделали. Да? А кто тут более жесток? Тоже вопрос. Осуждаем Кривсе? Не знаю. Есть Бристоль. Так. Вимаяпура. А, ну так я уже нашел, я иду. Так, давайте-ка вот этот в рост вообще-то поставим. Только на науку переключу. Так. 1-1, отлично. Здесь... Блин, какому ходу закончится дружба с Англией? Это сколько я уже жду-то? Ты что, там 30 ходов теперь дружба идет? Не знаю. Походу, никогда теперь. Вот так вот дружишь с человеком, а потом ждешь. Не можешь, прям приплясываешь. А я даже помочь не могу. Помочь не можешь. Не можешь, ждешь это как каплеуху ему, и все, вот, не закончится дружба. Так, библиотека. Вообще на производство, наверное. Тут вообще без разницы. Тут немного клеток. Так. У нас такая граница с Алексеем почти ровная. Тут можно даже на рост переключить. А тогда 4 хода нет. Лучше быстрее универы строить. Вот зоопарк следующим ходом будет, красота. На науку все там стоит. Тут лабы и рост. Угу. Так, тут на производство можно.
Я лучше куплю караван. Рост производства, город захвачен. Но тут, я так понимаю, что тут нету смысла расти. Мы будем ждать, когда дозахватывают 3.7, 3.8. Нету разницы. Когда англичанина дозахватывают. Да, красивая такая диагональная граница. Ну только немножко нечестная, видишь, у тебя тут в основном на три клетки, а у меня на две. Пожар погас, кто тут? Не понимаю, где тут города, которые Нубия захватила? Чё-то не пойму. Так. Так, сталеварение потом. Но мне бы три армии или армады создать надо. А, так я ж не могу. Национализм. У нас национализм хрен знает где точно. Прикол, конечно. Так, что у нас тут новое? Инг забрал на лабы. Ну так хорошо, что не ты и не я. О, слушайте, я уже обогнал крипа науки, круто. Но не потеха. Но не потеха, да. Так, ну давайте пригород, наверное. Причем вот... А, подожди, тут у нас... Нет, нет. Давайте сюда, наверное. Но мне нужны пригороды там. Так, а художественный музей тут есть. То есть я могу, по идее, археолога за 800. Так, сначала торговца надо. 6-7. Так. Так у меня отсюда и не бегает никто. Ну, тут и купим. Слушайте, а может или построить лучше? Ну, сколько ходов будет строиться? Один. Давайте мы его построим лучше. Пока деньги есть, куда тратить. Например, какую-нибудь лабу купить. Так, три хода. И так три хода, да? Подожди, а так? Два вот сюда давайте. Банк, амбар. Один ход, потом отложим. Блин, жалко, вот эта нефть ни к какому городу нет, но я просто ее обработаю, чтобы нефть была дополнительная. Ну что, вот по научке пошло, 435. Ну тогда, наверное, военный лагерь сюда ставим, раз у меня там не влез Анкарват. Собор Святой Софии нет, тут я точно не хочу. Это мне надо убирать будет производство, зачем? Зачем? Нет, давайте... Военный лагерь сюда. Так, давайте 30 у индуса возьмем. Ну, 10, 10. Так, и... Хрюндели ему дадим. Индус, предложение. Я понимаю, что они не работают, но... Через 13 ходов заработают. А это соглашение, по-моему, на 30 ходов, что ли. Так, что он тут обрабатывает? Так, хорошо. Индус, ты ж говорил, что дашь. Трюфель? А, это же, блин, сори, да. Что-то я забыл, трюфели уже играют, да? Нет, ну они заработают через 10 ходов, когда закончится.
А, это договор на 30. А? Ну, предложи сам тогда, что ты хочешь, я не знаю. Так. Ну, это я не могу организовать, сорян. Брат, мы будем бороться до конца игры. Зачем? У тебя единственный вариант меня убить, либо я разграблю всю страну. Америка отыгрывает Норвегию. Я тупо бегаю и граблю, больше ничего не делаю. Зато весело. Ну нефти у тебя самого дофига, я просто смотрю. Я объявил войну американцу, с тобой военный союз заключил. Но ты ж с кем-то другим где-то сделал, он не хочет объявлять войну. Мы дружбу заключили перед началом войны. Когда закончится союз? Давай, индус, еще раз сделку кину. Так, производство, лаба. Тут я лабу поставил, да? Лабы, по-моему, 800 стоят. Да, 880. То есть, в принципе, через 3 хода я смогу где-нибудь купить. Например, в компонг-свае. Я почему нужен уголь? Потому что лабы с электричеством больше науки дают. Стандартизация. Мне, наверное, в танки надо выйти еще сейчас. А, слушайте, так алюминия-то у меня нету. Блин, у меня алюминия нету. Вот в чем проблема. Ну, кайф. Три. Ну, трындец. Ну и как мне... И что мне делать? Зениток тут нету. Но мне надо в танке, чтобы увеличить силу города. Ну, сталеварение, соответственно, танки. Трындец. Ну, у меня нет алюминия, то есть я вообще без самолетов. Так, ну я хотя бы пехоту сначала куплю, да? Так, это 70. ПТ-команда тоже 70. У нас ходов 2 хода. Ну вот я как раз сталеварение открываю. Если он решит на меня нападать с эмолями. Так, тут мы один ход подождем. Что не будем строить, потому что я там буду научку бахать. Универы. Апать, не апать, наверное, не надо. Блин, ну мне без зениток и без самолетов я не знаю, как мне защищаться. Честно говоря. Но у меня, правда, конечно, дофига веры хотя бы. С
Самое сильное это пехоту я могу, да? Ну, могу, в принципе, и... Нужно ли мне Дамрей покупать? ПТ еще команду могу купить. 70-62. Давайте еще ПТ команду вот так сделаем. 88 силу доведем. Давайте лес обработаем. Там один заряд просто у рабочего. Боже, у тебя все еще до сих пор дружба с Англией? Да. Кайф. Ты какой ты дружелюбный человек, видишь? А, тут мы откладываем производство, да. Так. Ну, все вроде. Что у нас с религиями? 9, 12, 30, 5, 2, 15. И я имею 68. Ну, кстати, уже не так много, как хотелось бы. Нефть – важнейший ресурс. А что там, Венецию? Фига себе, он берет Венецию стрельцами и пикинерами. Ну, он хотя бы по этой команде идет, ладно. Так, ну слушайте, мне, наверное, все-таки стоит какие-то юниты... подналеть. Индус с американцем, конечно, только стопят друг друга. Они, типа, такой войной ничего не добьются. Я ж сразу сказал, что я не собираюсь этой войной чего-то добиваться. Класс, прикольно Саша, с тобой играть. Каждый хочет такого соседа, как ты. Еще мы союз. Так, сейчас я после сталеварения, как говорю, в танч. А, слушайте, мне артефакт надо быть. Мне надо... А я не открыл артефакты, да? Нет, открыл. Историческое. То есть я следующим ходом покупаю археолога. Он 800. Да, мне надо археолога будет купить. И артефакты где у нас? Вот артефакт, например. Вот артефакт. Добываю артефакт. Да, у меня танчики быстро появятся. Прятать, чтобы он самолетами не больно. Я, конечно, не уверен, что он будет давать, потому что, ну, там, например, есть еще инки, предположим, 384, которые очень недалеко, и Нубия тут есть, которая может отсюда приплыть. Я в уязвимой позиции только из-за отсутствия алюминия, по-хорошему. У меня чисто из-за этого у меня проблемы. Могут быть. Так-то я во все это могу выйти... Нормально. Так, кампус. Инк, кстати, мне к тебе много караванов ходит. Это кто? Кри. Хорошо. Неплохо так, неплохо. Так, сколько зарядов? 3. Там у нас идет... Блин, у тебя все еще нету дружбы? Ой, все еще дружба? Да. Господи. И Нуби еще помню, там я... ковыряет этого англичанина, постоянно все отваливается.
Пойдемте, наверное, вот тут обрабатывать. Так, давайте. Стоит ли мне тратить на покупку пехотинцев, я вот думаю, или на танчики оставить? Так, оружейную сторону. Это чтобы сразу корпуса покупать, по-моему, или это в военной академии? Да, это в военной академии. Ну, все равно. У меня закончились лошади. Кому нужны лошади? Давайте продам. Так, давайте подождем тут, чтобы... Возьми, друг, у меня много. Поддержим коневодство на планете. Видишь, у меня на территории твоей много коней. Я храню деньги на покупку... Лейнора Квитанская. О, да, слушайте, а что я... Действительно, надо заключить мир и успокоиться. Что я тут... Так. Что-нибудь торговать? Хлопок с инком. Еще и нефрит там. Инк, предложение. Так, эти следующим ходом надо будет тапать. Я просто надеюсь поставить ее тут сзади и... Что, на 5 метров или нет? Но они через 10 ходов начнут работать. Давайте я куплю здесь бомбарды. Объединю. У меня 6 уже. А у тебя... Ну, мне не показывало, что они у тебя есть. Я вроде ходов 5 назад. Ой, да, я как будто я помню. Я не помню. У Инка клетка горы 4 еды. О, бомбарда приехала обороняться. Интересно. Нет, что-то мне кажется... Ну, я, конечно, опасаюсь, что Крин, но мне что-то кажется, что он все-таки не будет меня тут объявлять войну в этот раз. Никто не помнит технологию РСЗО, где вот... То есть ему проще, например, забрать Англию, а потом забрать Грека. Это намного проще. Просто проще будет. И, соответственно, у грека-то хорошие компуса, то есть усилится за этот счет. Я бы сам грека с удовольствием забрал, если бы у меня были самолеты, а у меня нету алюминия. Просто, то есть, его не просто у меня нету, да? То есть, нет никаких шансов даже его как-то получить. Так. О, а что я открыл уже? Нет, стоп, мне надо сначала танчики открыть, а потом уже общевойсковую бригаду. Вот так сделаем. Так, давайте объединять. Что он там покупает? О, уже современные танки. А, у меня нету еще. Так, ну тогда апнем. А, стоп. Во-первых, я должен... Ну, наверное, без артефакта тогда надо. Мне нужен танк сейчас, чтобы у меня сила была выше у города. Хотя, с другой стороны, мне надо открыть где зенитки. Слушайте, а что зенитки ускоряет вообще? Надо было, наверное, зенитки где-то открыть. Зенитная пушка. Открывается в улучшенной баллистике. Улучшенная баллистика. Мазутная электростанция. У нас везде угольные стоят.
пригород. Давайте продуктовый рынок. Так, давайте на следующий ход по счету тогда. Слабак. Ну, в смысле слабак? Я загрузился, у тебя все юниты походили, а у меня еще ход не загрузился. Блин, ну, сразу за один ход танчик-то построится, что я тут... Просто теперь нету смысла, в общем-то, и артефакты, железо. Ну, покупать нету смысла. Так что, наверное, имеет смысл лапнуть во рту. Ух ты, столько он тренд отваливается. Минус 2,6. А за счет... А в кого? Ну, наверное, кстати, это из-за нумибийца, который никак не заберет эти города. Так, арена, зоопарк. Надо танчик следующим ходом обязательно купить за веру. Есть лаба. Оружейно, нет, давайте пригород. На 3, на 4. И надо два пригорода там для чего-то, по-моему, для социальной инженерии. Нет, это 3 спецрайона. Не, наверное, уже и не надо, кстати. Так, рынок. $486. Что тут с великими людьми? Такой себе. Туризм мне точно не нужен. 1000 единиц науки и культуры. Ну, то есть, на самом деле, она дает 500 науки и культуры на сетевой скорости. То есть, даже если 1000, то это мало. На самом деле, смотрите, уже вот это просто одна теха, которая у меня один ход открывает. Ну, ладно, это на ускоренный один ход. Но, в принципе, у меня один ход открываются техи. Так, ну тут... Светская власть грузились... этого мира. Ну только давай ты зайдешь, ты ему скажешь, ходить нам, не ходить вообще. У меня только цива загружается. А то мы сейчас будем... Походим тут, такой, ой, у меня все походили. Так, ну я открыл национализм. Ну, в общем, Кри уже предложил мне союз дальше, поэтому... Я пойду дальше в общевойсковые бригады. Я так... Вообще можно все равно прикупить танчик. А вдруг Нубия? Так, это он тут. Это компьютер у нас за Америку. Это компьютер у нас за Крисича. Но это зайдут. Это не страшно. Так, давайте предложим дружбу. То, что броненосец апнулся в эсминец, это плохая это. Плохой звон. Так, здесь, наверное. Магнуса качать или Пингалу? Вот в чем вопрос. Давайте я, наверное. Аж какие у нас тут. Ученые какие у нас. Ну, этот так себе, и инженер так себе.
Ну, я думал, может, Пенгалу на гранты нет. Наверное, пока все-таки Магнуса на промышленника и кооперацию дальше. Так, что у нас тут после национализма? Ядерная программа, фашизм есть. Это идеологии давайте. И потом, потом коммунизм. Блин, мне бы, конечно, потрясающе престижный пригород построить. А вот тут, кстати, нигде оно не строится. Вот. Да. Что надо. Так, военную академию. Это чтобы можно было сразу армии покупать, ну или корпуса. Давайте объединим. Так. Может поставить на содержание юнитов. Давайте на снижение стоимости в золоте. Археолога просто можно построить. Не хочу я тратить деньги на покупку археолога. Жалко, что археолога еще нельзя за веру купить. Тоже считаю неправильно. Так, где он тут? Так, мы ждем, да? Ну, у нас таймера пока нету. Ну, экран загрузки. Уже. Так, археолог. Монастыри. Кстати, может монастыри построить? Они вроде ничего такое. Две веры и там что-то еще даже боль. Давайте. С другой стороны, зачем мне сейчас уже вера? Ну, великих людей можно будет забирать. Так, один заряд остался. Давайте я лучше здесь. Нет, здесь давайте, здесь. Так, Нубия тоже приняла дружбу, так что можно экономический союз с Нубией. Первый корпус. Поздно не может Индия удержать. Порох ускорен. А что я порох ускорил? Каким макаром? А, оружейную построил. Хрен знает, что здесь. Мне кажется, оно вообще пофигу. На самом деле, главное, чтобы теперь уран был. Если уран будет, то можно немножко... Я начинаю опережать уже Крия, как видите, по науке. Очень конкретно, я бы даже сказал, начинаю опережать. За счет большего количества городов и большего количества... научных зданий. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!